Здравствуйте. Вечер суббота. В эфире программа «События». Сегодня мы традиционно вспоминаем, какой была прошедшая неделя. В студии Валерия Макарова, я и мои коллеги готовы рассказать вам о самом важном и интересном. Квартирный вопрос почти сотни дольщиков решился. В Самаре сдали в эксплуатацию еще один проблемный дом. Ключи новоселам вручил глава города Олег Фурсов. Счастливый момент с дольщиками разделила Марина Матвейшина. 94 дольщика смогут справить новоселье уже в этом году. Долгострой на Антонова Овсеенко введен в эксплуатацию. Этот дом числится в проблемных уже не один год. Строительство 8-секционного 14-этажного дома началось 15 лет назад. Однако в скором времени застройщик обанкротился. Стены убрали, сделали кухню-гостиную большую, сделали две спальни. Одну большую, как бы семейную, скажем так, и вторую спальню, это как гостевую. Теперь, когда заветные ключи получены, Андрей Просвирин не верит собственному счастью и торопится сделать в квартире перепланировку и ремонт. А 15 лет назад, когда он принес в строительную компанию кругленькую сумму денег, он и представить не мог, что квартира будет стоить ему еще и кучу сил и нервов. Ну, здесь очень много было афер всяких, много судебных дел было по поводу фальсификации документов. Они сами проводили очень дорогие экспертизы. Потом здесь никаких документов на строительство как таковых не было, ни проекта, ничего. За весь период строительства дом пытались достроить несколько компаний. И только 2 года назад нынешний застройщик приступил к работам, которые завершились в июне этого года. Департамент градостроительства Самары помог в выдаче разрешительной документации, согласовании технических условий и подключении дома к инженерным сетям. Стоит отметить, чтобы достроить дом, не потребовалось ни дополнительных денег дольщиков, ни бюджетных денег. В этом году планируется ввести в эксплуатацию еще 5 проблемных объектов. Мы усиливали требования к застройщикам в целом по городу. И, конечно, ситуация, которая складывалась там буквально там 15-16 лет назад, она в городе больше уже не повторится. Помимо своевременной сдачи домов в эксплуатацию, помимо качественного строительства жилья, о чем постоянно говорит губернатор Николай Иванович Меркушкин, мы настаиваем на том, чтобы прилегающая территория вместе с создаваемым объектом выглядела соответственно, отвечала современному представлению о качестве жизни. В прошлом году силами администрации города и областного правительства ввели в эксплуатацию 11 проблемных объектов. На сегодняшний день их остается 23, хотя еще 4 года назад их было больше сотни. Таким образом, за это время удалось снизить количество проблемных объектов в 4,5 раза, а обманутых дольщиков в 5 раз. Марина Матвеевна, Артем Сулайманов, «События». Решение квартирного вопроса ждали и в доме 19 по проспекту Масленникова. Напомню, 4 июля в здании вспыхнул сильный пожар. Кровля выгорела полностью. Специальная комиссия признала случившееся чрезвычайной ситуацией. На срочный ремонт из резервного фонда выделили больше 7 миллионов рублей. Работы начались на этой неделе. Сколько они продлятся, узнала Лариса Шалафаст. Сейчас на крыше идут в основном подготовительные работы. Строители демонтируют старые обожженные жестяные листы. В результате пожара выгорело больше 1200 квадратных метров. Теперь здесь нужно восстанавливать стропильную систему, обрешетку и покрытие. К основным работам смогут приступить только когда уберут весь мусор. Будем демонтировать с крыши горевший материал, стропилы, подготавливать площадку для начала производства работ, для изготовления стропильной системы и кровли. Будет произведена полностью замена кровельного покрытия с устройством стропильной системы, с устройством нового покрытия. Будет осуществлен ремонт верхнего розлива отопления и ремонт подъездов верхних этажей, которые пострадали в результате пожара. После пожара большинство жителей остались в своих квартирах. Огонь уничтожил не только крышу, повреждена и отопительная система. Из-за нарушенной вентиляции в доме частично отключен газ. Когда начинается дождь, в целях безопасности отключают и электричество. Ситуация в 19-м доме по проспекту Масленникова на особом контроле у главы города Олега Фурсова. Он приезжал на встречу с жителями, на которой и было принято решение отремонтировать крышу за счет средств резервного фонда. И очень хорошо побеседовали, поговорили, все пообещали. Будем надеяться, короче говоря. Контролировать качество ремонта в пятиэтажке будут не только жители, но и представители районной администрации. Администрация района будет осуществляться контроль с первого дня выполнения и до окончания работ, вплоть до приемки. По словам подрядчика, на ремонт уйдет чуть больше месяца. Встречать осень жители будут уже под новой крышей. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, Константин Головин. События.
Масштабный ремонт фасадов домов развернулся в Самаре. Это входит в подготовку к чемпионату мира по футболу. Финансирование идет из бюджетов всех уровней. В стороне не остаются даже частные инвесторы. Реставрировать фасады зданий они начали еще в прошлом году. Такая работа в городе проводится впервые. Почему частные компании не жалеют денег и активно включились в проекты, знает Марина Кравцова. Двухэтажный неброский серый, но аккуратный. Совсем недавно этот столетний дом на улице Полевой имел не столь привлекательный вид. Дом жилой и крепкий, но фасад от времени сильно помрачнел. Отремонтировали его инвесторы. Сначала строители обработали древесину, затем покрасили в несколько слоев. Без лишнего творчества сохранили исторический облик. Мы его сделали согласно проекту, чтобы и цвет соответствовал окружающей среде, которая здесь есть. Считаем, что наш город должен быть красивый, чтобы людям здесь жилось хорошо, удобно, вольготно. Рядом буквально кукольный одноэтажный домик, белая кружево резьбы на синем фоне. Его тоже восстановили частные инвесторы. В историческом центре города дома активно приводят в порядок бизнесмены. Объекты выбирают по предложению районных администраций и городских властей. Мотивация у компании проста – хотят сделать родной город еще более привлекательным. Такая работа есть, у нас задача поставлена, продолжается. Но мы бы хотели, чтобы более глобально строители принимали участие в этом, потому что это приводит порядок на целом наш город, прибавляет привлекательности. Перед началом ремонта все работы согласовывают с жителями домов. Инвесторы ремонтируют не только дома в исторической части Самары, но и на въездах. Не только фасады домов создают внешний облик города. Немаловажную роль играют детали. Ну и тут инвесторы не остались в стороне. Одна из компаний предложила за собственный счет отремонтировать вот такие неприглядные заборы. Пока только разрабатывают проект, но в скором времени улицы Самары должны приобрести совершенно иной вид. В прошлом году инвесторы привели в порядок фасады 7 домов. В этом цифра больше. Около 56 компаний изъявили желание поучаствовать в восстановлении внешнего облика зданий. Люди, как правило, с большим удовольствием идут на это, говоря о том, что город дал им все, и они готовы вложить эти деньги. Всего же к 2018 году в Самаре планируют отремонтировать почти 300 объектов культурного наследия за счет бюджетов разных уровней. И это не считает тех домов, которые преобразятся за счет частных капиталов. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. Преображать фасады помогают и активисты. Молодой самарец по старым снимкам восстанавливает деревянную резьбу на окнах одного из домов в исторической части города. Новые элементы – точная копия тех, что украшали здания полтора века назад. О том, как создаются тончайшие деревянные узоры – наш следующий репортаж. Фасад словно оживает. Будущий реставратор Никита Грицевич примеряет, как будет смотреться деревянная резьба на наличниках. С начала лета юноша шаг за шагом восстанавливает уникальные украшения дома на улице Галактионовской. Буквально по крупицам, по старым фотографиям и с помощью специальной компьютерной программы вместе с наставником делал эскиз будущей резьбы, нестандартный для деревянной Самары. Архитектурные элементы больше похожи на лепнину в стиле барокко. Самое сложное для меня была первая резьба, самая первая деталь, потому что я еще точно не знал, как ее вырезать буду. Для каждой детали нужна своя специфика, свое движение определенное. И потом уже, конечно, дело пошло быстрее. То это не просто прорезная пропильная плоская резьба, которую можно часто встречать на улицах нашего города, а это конкретно объемная рельефная резьба. Работа кропотливая и многоступенчатая. Сначала чертеж переводится на доску, потом электрическим лобзиком выпиливается контур. И начинается самое интересное. Специальными ножами создается рельеф. С ювелирной точностью вырезается каждый завиток, каждый лепесток. Вот такая грубая, необработанная и очень тяжелая липовая доска под умелыми руками мастера превращается вот в такие легкие, невесомые, искусные, очень тонкие элементы с гладкой поверхностью. Ну, настоящее произведение искусства. С материалом Никите помогли родители. Липовую доску привезли из Санкт-Петербурга. Специально делали заготовки без сучков, чтобы добиться идеальной чистоты украшений. Там изначально была липовая доска. То есть можно, в принципе, и по березе было резать, и по дубу резать. Намного сложнее, конечно же. Липа – это намного легче.
Всего Никите предстоит создать 10 деталей, по 2 на каждый из окон дома. Потом покроет их специальным защитным составом. Красить не будет, чтобы видна была фактура дерева, а рельеф сохранил уникальность. Фасад дома в рамках фестиваля восстановления исторической среды ремонтируют инвесторы и горожане. Завершить работы планируют к концу лета. Тогда же дом с полуторавековой историей, когда-то принадлежавший купцу и маловару Когану, вновь будет радовать прохожих удивительными барочными украшениями из дерева. Марина Кравцова, Алексей Золотенков, «События». Неделя оказалась богатой на новости из области архитектуры. Так стало известно, что мозаику на фонтанах улицы Старозагора восстановят. А точнее сделают копию той, что украшала чаши несколько десятилетий назад. Долгие годы под слоем бетона был скрыт уникальный рисунок, выложенный мелкой плиткой. Он располагался в чашах фонтанов. Обнаружили мозаику, когда начали делать ремонт. Спасти старую плитку оказалось невозможным. Ее залили бетоном много лет назад. Было принято решение, что фонтаны приобретут первоначальный облик. Старую плитку поменяют на новую мозаику, которая будет максимально соответствовать эскизам 70-х годов. Тогда их не удалось сохранить. Видимо, была ошибка сделана в том, что когда отливали вот эти чаши фонтанов, они были недостаточно герметичными. И строителям ничего не оставалось, как залить, проложить слой гидроизоляции и залить новым слоем бетона, чтобы восстановить герметичность чаши. Таким образом, мы потеряли эти мозаики. Теперь, когда мы их вскрыли, Скорее всего, сохранить их не удастся. Нужно будет их просто восстанавливать. Сейчас мы переговоры ведем. Мы сейчас определились с людьми, кто может это сделать, с художниками. Они сделали предварительные сметы. До аэропорта с ветерком. В Самаре запустили новую электричку в Курумыч. Аэроэкспресс оборудован по последнему слову техники. Каждый день по маршруту Самара-аэропорт будет ходить 4 пары поездов. Билет на аэроэкспресс взяла и наша съемочная группа. Добраться из Самары в аэропорт теперь можно без лишних затрат. 150 рублей, и у нас в руках билет на аэроэкспресс. Причем за багаж, ну, если бы у нас, конечно, был, доплачивать бы не пришлось. Это входит в цену билета. Электрички будут курсировать туда и обратно 4 раза в день. Доставить до Курумыча обещают примерно чуть больше, чем за час. Проверим, так ли это на самом деле. 4 вагона электрички могут вместить в себя 400 человек. Здесь удобные кресла, кондиционер, биотуалеты. В общем, вагоны повышенной комфортности. А главное, никаких пробок и пыли. Наоборот, живописный вид из окна. Удобством нового маршрута восхищаются и первые пассажиры. Очень мне подходит и очень нравится, потому что без пробок, без всяких, без задержек. Раньше на 78-м автобусе с Поляной Барбошиной. Ну, там хоть и 23 рубля стоит, но, во-первых, и долго идет он. На маршруте всего 4 остановки. На станциях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская и Ягодная. Итак, время в пути от железнодорожного вокзала до станции Курумыч – 1:16. И уже на выходе нас ждет автобус. Мы едем налегке, а вот пассажиры с чемоданами точно оценят удобный пандус. Да и саму станцию полностью отремонтировали. На данной платформе, вы видите, были установлены теневые навесы, оборудованные лавочки, сходы, дополнительный съезд для маломобильных групп населения, поменяли вывески, соответственно, информационные стенды размещены. Ну, то есть комплекс мероприятий. Расписание аэроэкспресса составляли с умом. Учтено время прибытия и отправления самолетов. Так пассажиры 4-часовой электрички успевают на 9 рейсов. Ждать придется не больше часа. Наш пассажиропоток, который прибывает, убывает, порядка 1000 пассажиров под это время, плюс 30% провожающих, встречающих. Ну, то есть, если даже 10% будут сейчас начнут пользоваться, ну, это уже порядка 150-200 человек на одном поезде. Уехать из аэропорта на электричке можно будет даже в 4 утра, когда не ходит общественный транспорт. Пока что билет можно купить только в самих вагонах у проводников. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, «События». Самара готовится стать центром притяжения туристов всей страны. Самые интересные предложения для путешественников собрали в одной программе. Воспользоваться ей можно сразу по прилету в аэропорт. Как работает онлайн-навигация по турпакетам, узнала Марина Кравцова. Чтобы совершить интересное, насыщенное впечатлениями путешествие по Самарской области, совершенно не обязательно к нему готовиться и часами искать в интернете информацию о достопримечательностях. Достаточно купить билет до Самары. В аэропорту путешественников встречает туристский информационный центр. Вот с таким табло, где в специальной программе собраны 150 предложений различных экскурсий и фестивалей. Вот, например, нас интересуют события Самарской области. Выбираем время года. Лето.
и ищем самый интересный фестиваль на август. Сызранский помидор. Здесь можно ознакомиться с информацией и забронировать тур. На создание интерактивной турсистемы программистов из Тольятти вдохновили красоты родного края. Самарская область славится экотуризмом. В прошлом году национальный парк «Самарская Лука» посетили более 250 тысяч человек. И среди экскурсий, заказанных через новую программу, пока наибольшим спросом пользуются поездки в Жигулевские горы. Хорошим спросом пользуются событийные туры однодневные, да, то есть та же Жигулевская вишня, Сызранский помидор, на которые тоже достаточно большое количество просмотров и бронирования. Кроме Самарской области, в списке еще 17 регионов России, где можно заказать экскурсию, выбрать гостиницу или готовый турпакет на несколько дней. Планируется, что к февралю следующего года в системе будут все туристические точки страны. Наибольшим спросом такая навигация по предложениям туроператоров будет пользоваться во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Маршрутов очень много, и система позволяет их сконцентрировать в одном месте и предоставить уникальный и удобный ресурс по их выбору и бронированию. К чемпионату мира система будет развиваться и получит несколько языков, так как, например, у нас уже в настоящее время в рамках развития информационной системы есть и двуязычные указатели по городу. Сейчас в Самаре создают единую туристическую навигацию. Павильоны информационных центров уже работают на вокзале и в аэропорту. В планах открытия туристического центра в исторической части города. Подготовка к приему большого числа гостей Самары продолжается и в аэропорту Курумыч, добраться до которого теперь можно быстро и с комфортом на аэроэкспрессе. Важным этапом в развитии всей транспортной инфраструктуры, которая имеет принципиальное значение при большом скоплении туристов, это запуск аэроэкспресса, который состоялся буквально 2 дня назад. До этого добраться до города удобнее всего, конечно, было на такси и на личном транспорте. Сейчас эта проблема, по крайней мере, в отношении Самары, частично снята. В аэропорту идет реконструкция еще одной взлетно-посадочной полосы, перрона у старого терминала, строятся дополнительные места стоянок для воздушных судов, что позволит через 2 года принимать еще большее количество самолетов из самых разных стран мира. Марина Кравцова, Максим Гусев, события. Самара действительно славится своими фестивалями. Так, прошедший недавно фестиваль цветов собрал 20 тысяч гостей. Можно было сфотографироваться с зеленым медведем и увидеть макет улицы Старозагора из живых растений. О безграничной фантазии цветоводов наш следующий сюжет. Фантазия ландшафтных дизайнеров не знает границ. Из цветов они могут создать и макет вокзала, и улицы Старозагора, даже палитру красок, которую забыл художник. Все эти удивительные клумбы созданы для фестиваля цветов, праздника, на который уже 12-й год собираются тысячи самарцев. Мы пришли просто отдохнуть со всей семьей, потому что в рабочее время как-то не получается. А здесь прекрасные композиции, и можно что-то купить. Дети повеселились. Обошли не всю выставку, здесь только половина. Скорее всего, еще придем. Очень много всего. Программа насыщенная, все здорово, цветы потрясающие. Праздник для горожан, профессиональный конкурс для ландшафтных дизайнеров. В этом году тема «Цветущий город». На суд жюри представили 11 композиций. Победителем стал «Зеленхоз», который представил сразу несколько клумб с оригинальным оформлением. А вот эта композиция, тоже призер, называется «Немного изящества». Светофор на березе – символ города, в который прорастает природа. Чтобы сфотографироваться в этой белой беседке, выстраивается очередь. Секрет популярности, признаются дизайнеры, в правильно выбранном месте. Выбирали место по дереву, очень понравилось. Решили его маленько окультурить. Дерево постригли, сделали зимой большой бонсай, который, в принципе, достаточно серьезно привлекает людей. Люди обращают внимание на это дерево. Настроение этой цветочной феерии еще в самом начале задает костюмированное шествие. Открывает фестиваль глава города Олег Фурсов. Он же был инициатором программы «Цветущая Самара», благодаря которой город по-настоящему расцвел. Я с удовлетворением хочу сказать, что очень много горожан и предприятий откликнулись на наш призыв. Только количество цветников в этом году было увеличено на 25%, и 1,5 миллиона цветов было высажено. Я хочу, чтобы эта программа не заканчивалась, чтобы мы с вами продолжали и набирали темпы в этом году, в следующем, и так все время, чтобы наш город цвел. Только по примерным подсчетам на фестиваль цветов пришли больше 20 тысяч гостей. Появились участники из других городов. А значит, фестиваль растет. Валерия Макарова, Артем Сулайманов. События.
Самарские дворы тоже поражают своим разнообразием. Здесь и цветущие клумбы, и попытки создать ландшафтный дизайн, и даже проявить креатив. Целые композиции вырастают из старых мягких игрушек, автомобильных шин и других подручных материалов. Правда, не все эти попытки облагородить двор бывают удачными. Например, те же поделки из покрышек некоторые пользователи соцсетей прозвали «Жек-арт». Что действительно красиво, а что не очень, выясняла Олеся Корецкая. «Зайку бросила хозяйка. Под дождем остался зайка». Знакомые всем с детства стихотворения Агнии Барто подходят сюда как нельзя лучше. Картина типичная для многих дворов. Жители, пытаясь создать уют, идут на такие нестандартные дизайнерские решения. Здесь, на Новосадовой 212, игрушки – лишь часть антуража. У песочницы есть даже мягкий уголок. В шутку местные называют его «пост охраны». Ну, кресло это мы принесли с мусорки. Накроем, они у нас уже не первый год, они у нас. Третий год стоят. И все они? Да. Ну, которые сгнили, мы выбросили на помойку. Двор на Пензенской весь в цветах. Недавно получил приз от администрации железнодорожного района. Но и здесь на деревьях спрятались плюшевые украшения. Но вот насколько они уместны, тут мнения жителей разделились. Я как-то к этому не очень отношусь. А почему? Ну, они, во-первых, намокают, потом вид у них теряется. Мне кажется, что это на психику детей в негативную сторону будет влиять. Смотрится как висельник. Здесь в округе их немало, к сожалению. Вот, все-таки в 21 веке живем, как бы не в каменных джунглях. Ну, красиво, пока хорошие они, наверное. А когда уже они станут так, говорим, от солнца они, тогда уберем. Цветущие клумбы, лебеди из покрышек или мягкие игрушки. Главное, что люди неравнодушны к своему двору и пытаются его украсить, говорит ландшафтный дизайнер Ирина Бойничева. Вообще-то, конечно, люди неравнодушны, это здорово, что они что-то пытаются хоть сделать. У нас 50%, наверное, городских жителей – это дачники, а в душе еще и ландшафтные дизайнеры. Само искусство ландшафтное у нас пока не представлено. Это закрытая как бы часть искусства, или закрытое искусство, которое существует для избранных. А хотелось бы, чтобы это было повсеместно. Есть надежда, что в будущем ландшафтное искусство проникнет в массы и появится баланс между металлическими мухоморами из тазов, старыми креслами и разноцветными клумбами. Пока ясно одно – в Самаре очень много неравнодушных горожан, и, может, со временем их творческая энергия, направленная в правильное русло, даст свои дизайнерские плоды. Олеся Корецкая, Константин Головин. События. В областном кардиодиспансере поздравляли призера всероссийского конкурса. Светлана Иноземцева заняла второе место в номинации «Лучшая старшая медсестра». В клинике она работает 10 лет. Начинала в процедурном кабинете, потом перешла на административную должность. С лауреатом пообщался Олег Зверев. Светлана Иноземцева обучалась в университете по специальности «Сестринское дело». У нее множество научных работ, которые она представляла на конкурс. И сегодня она занимается тем, что передает свой опыт и профессионализм молодым сотрудникам и считает не менее важной работой отвечать за работу всего отделения этого большого лечебного организма. Сама Светлана Владимировна считает, что 90% успеха лечения кардиобольных связано именно с тем, чтобы средний медперсонал смог расположить к доверию больного и внушить ему волю к победе над болезнью. Кардиохирурги у нас звезды, да, у нас действительно работают. Я горжусь тем, что я работаю в лечебном учреждении, можно сказать, со светилами нашей российской кардиохирургии. Но опять-таки надо понимать одну вещь, что операцию можно провести на высочайшем уровне, да, на работающем сердце, на искусственном кровообращении. То есть они сейчас делают чудеса. Если действительно сестра пришла на работу с душой, с теплом, с любовью, то если она любит то дело, чем она занимается, если она любит своих больных, то, скажем так, это 90% успеха. Те наработки, которые были отобраны на конкурс, это две большие папки, толстые папки. Там были и памятки, и статьи, и все это. Это ни одного дня, это вот несколько лет наработок, в которых она участвовала, в общем-то. И она не просто вот это пишется, да, это делается, это внедряется у нас в учреждение. Это очень такой чистый, светлый человек. Хочется также отметить, что в десятку лучших медицинских работников России вошли и другие представители Самарской области. В частности, медицинская сестра больницы номер 1 имени Пирогова Ирина Геннадьевна Овчинникова и заместитель главного врача Сергиевской центральной районной больницы Надежда Константиновна Шакирзянова, а также многие другие специалисты. Рабочая неделя запомнилась нам именно такой. А я желаю вам хороших выходных и отличного настроения. Увидимся. We'll be right back.